Самый дорогой огурец в мире был продан за 1 миллиард долларов. Как так случилось? И кто стал участником столь странной покупки? Расскажем в нашей традиционной рубрике «Корзина». Ну а заодно поделимся адекватными ценами на продукты. Все познается в сравнении. Такие привычные для нас продукты могут неприлично дорого стоить. Вот только оправданы ли? Решать вам. Самые дорогие яблоки в мире стоят 20 долларов за штучку, а все из-за цвета. Сорт черных яблок под названием «Черный алмаз» выращивают на Тибете. Впрочем, состав их идентичен нашим обычным яблочкам. Как говорится, зачем платить больше? Килограмм наливных на этой неделе стоит 74 рубля 79 копеек. Самый дорогой огурец в мире был продан за 1 миллиард долларов. Поверили? Но отчасти это правда. В 2014 году бразильский миллиардер решил выкупить один из самых знаменитых лондонских небоскребов. Здание высотой 180 метров походило по форме на огурец. Именно его и купили за столь заоблачные суммы. А килограмм огурчиков на этой неделе стоит 160 рублей. Обычная картошка может стоить очень дорого, если это французский сорт «La Bonnot». Говорят, у нее необычный сладковатый вкус с нотками ореха. Отважитесь попробовать сей чудный овощ стоимостью 600 долларов за килограмм, когда килограмм нашей родной на этой неделе стоит 24 рубля 29 копеек. Самое популярное молоко в мире, конечно, коровье, но оно не самое дорогое. Самое дорогое, внимание, мышиное. Да, вы не ослышались. 22 тысячи долларов за 1 литр. Информация для особо впечатлительных. Жидкость эту не употребляют в пищу, из нее делают лекарства для людей. А молоко на этой неделе стоит 71 рубль 19 копеек за 900 миллилитров. Самые дорогие яйца можно купить в Англии и Швейцарии. Омлет там, похоже, золотой, поскольку десяток яиц обойдется в 300 рублей. Теперь представьте, как нам повезло. У нас десяток яиц обойдется в 61 рубль. Чем севернее страна, тем дороже в ней сахар. Но вот парадокс, в России цена на этот продукт практически самая низкая – 46 рублей за 1 килограмм. Самое дорогое растительное масло в мире – масло орган. По цене оно сопоставимо с черной икрой – 4000 рублей за литр. А вот подсолнечное растительное масло на этой неделе чуть дешевле, чем на прошлой, стоит 105 рублей. Курицы редкой породы аям-чимани черные не только снаружи, но и внутри. При этом по вкусу все то же самое. Однако экзотика стоит 2500 долларов за килограмм, а у нас на этой неделе 140 рублей. Корзина на этой неделе стала чуть дороже – 682 рубля. Обзор цен для вас подготовили Вера Паранова, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24».